35th anniversary of the Great October Socialist Revolution. The 35th anniversary of the Great October Socialist Revolution is celebrated at a gala meeting of the Moscow Soviet held at the Bolshoi Theatre, the Grand Opera House. The meeting is opened by Mikhail Yasnov, chairman of the executive committee of the Moscow Soviet. A report on the 35th anniversary of the Great October Socialist Revolution is delivered by Mikhail Karvukin. Comrades, 35 years have elapsed since the Great October Socialist Revolution, under the brilliant guidance of the great leaders of the proletariat, Lenin and Stalin, triumphed in our country. This world historic event resulted in a radical change in the development of modern society as a whole. The era of the undivided sway of capitalism ended. The era of proletarian revolutions and of the internal situation in the USSR and the foreign policy of the Soviet state directed toward promoting world peace. And finishes with the words, long live the great Soviet Union, the indestructible bulwark of peace, democracy, and socialism. Long live the Communist Party of the Soviet Union, the party of Lenin, Stalin. Long years of good health to our dear... Demonstration of the people of Moscow. This is Red Square on the 7th of November, 1952. Columns from 12 districts of Moscow simultaneously. On the stands are delegations from many foreign countries. Fresh labor successes in the work of building communism have been attained by the Soviet people in honor of the anniversary. Soviet people look into the future with confidence, and there's friendship and solidarity with the peace partisans the world over. The celebration of the 35th anniversary of the Great October Socialist Revolution turns into a demonstration of friendship of the peoples of the Soviet Union, who stand firmly united. Are turned to Moscow, Red Square, and the great leader. On the
this momentous holiday, the eyes of all the soldiers on the party of Lenin, Stalin. Teacher Joseph Stalin. Москва. Вечер 14 декабря 1947 года. Сегодня москвичи вместе со всей страной узнали о новшей победе на фронте постного строительства. Передавалось постановление Совета Министров Союза СССР и Центрального комитета Всесоюзной коммунистической партии большевиков о реформе и отмене карточек на продовольственные и промышленные товары. Чувством глубокого удовлетворения встретили советские люди это историческое постановление. Оно отвечает коренным интересам советского государства и широких масс трудящихся и вселяет в сердца народов нашей страны чувство гордости за свою могучую советскую родину и показывает всему миру неизмеримые преимущества социализма перед капитализмом. Неколебим и неизменен, как труд народный полноценен, да будет новый знак рубля. С рублей советских смотрит Ленин и башни древнего Кремля. Как большой праздник запомним мы этот день, сказал на митинге рабочих и работник ступельного цеха московской фабрики Парижской коммуна инженер Павел Николаевич Изотов. Мы дожили до светлого, радостного дня. Жить теперь станет еще лучше. На полноценный рубль откликнемся еще более полноценные работы, призвала коллектив цеха заготовщица Ромашкова. Окончен митинг и начался трудовой день. Свой призыв трудиться еще лучше Валентина Павловна подкрепляет стахановской работой, и от нее не отстают все товарищи по цеху. В этот день план был здесь выполнен на 112%. Но особенно спорилась работа на хлебозаводах. Пелагея Егоровна Лихорадова, обслуживающие тестомесильные машины 12-го хлебозавода Москвы и ее товарищи, отлично понимали, какая высокая ответственность ложится сейчас на них. Анна Андреевна Хохоликова озабочена только одним – дать больше хлеба отличного качества. Вот хлеб выходит из печей румяной, поджаристой, выпеченной на славу. Только один этот хлебозавод дает столице 500 тонн хлеба каждые 24 часа. Круглые сутки работает и хлебопекарня номер один. Хорошо ладится дело хлебопеков. Разнообразен ассортимент в пекарне. Отныне все это продается без карточек. Честно служила свою службу в трудное военное время карточка. Настал день, и снимается вывеска карточного бюро. Нормированная торговля отменена. Ночь на 16 декабря магазины заканчивали подготовку к торговле без карточек. Новые единые цены на хлеб,
ниже, чем бывшие пайковые цены. На полках и прилавках московского гастронома номер один всевозможные продукты, продукты ненормированные, доступные по ценам каждому человеку. На продовольственные товары новые розничные цены установлены на уровне действовавших пайковых цен. Все отличного качества и всего много. Готовится к встрече покупателей и в универсальных магазинах столицы. В несколько раз снижены цены на промышленные товары по сравнению с бывшими коммерческими ценами. Не нужны больше ордера и единицы. На смену им пришла открытая торговля. В полках большой выбор товаров. Первый покупатель. 16 декабря. В центральном универмаге столицы. Каждый может себе выбрать то, что ему нужно, и то, что ему нравится, по доступной цене. В Московско-Ленинском универмаге. Оживление, которое царит во всех магазинах, сделало праздничным этот обычный будничный день. Новый советский рубль, отмена карточек, единые государственные цены – все это повышает реальную заработную плату. Сегодня это уже начал ощущать каждый трудящийся человек нашей страны. Найдет в своем бюджете средства для покупки всех необходимых промышленных товаров. И среди первых покупок сегодняшнего радостного дня подарки для малышей.